Друзья, всем большой привет. Я нахожусь в Фикс Прайс, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, дом 34. Покажу все новинки, которые приехали в этот магазин. А новинок очень много. Интересные все и полезные. Есть очень даже симпатичные. Приятного просмотра. Приехали очень симпатичные поясные сумочки. Три дизайна у нас. Вот эта сумочка в виде кошечки с ушками. Сумки очень плотные, сшиты аккуратно. Внутри все швы убраны. Состав хлопок, полиэстер, нейлон. Вот такая сумочка, мишка и розовый поросенок. Ремень широкий, регулируется. Есть карабинчики, ремень можно снять. Цены не было, но думаю, 249 рублей. Но надеюсь, что 199. Сумки смотрятся очень мило. Привезли целую серию прикольных носочков с надписями. Вот «Хочу на море». Состав хлопок полиамид эластан, сделано в России на итальянском оборудовании. Не будь колючкой. Опять «Хочу на море». Размеры 36-39. Не будь колючкой. Смешные, читайте сами. Я КТ, я ничего не хочу делать. Прикольные, правда? Они такие мягкие носочки. Очень приятные, они не длинные, до щиколотки. А вот эти носочки, тут лиса, мордочка. А сзади, сейчас я вам покажу. Сзади попа. Прикольные носочки. Цена 77 рублей. Приехали очень приятные, чисто белые кружечки. Ну, вот такие есть с пупырышками. 360 миллилитров фаянс. Есть кружечки все в пупырышках. И все чисто белые. Цена кружечки 77 рублей. Кружечки из пластика разных расцветок, 300 миллилитров. Чисто такой дорожно-походный вариант. 27,50. Очередное чудо от китайцев. Разделочная доска, чаша. В сложенном состоянии доску удобно использовать в качестве разделочной доски. А в разложенном виде можно использовать как миску для мытья и хранения фруктов и овощей. На дне чаши есть клапан. Его надо открыть, чтобы слить воду. Состав полипропилен и термопластичная резина. Цена 249 рублей. Набор многофункциональных кухонных ковриков. Две штуки, 45 на 29 сантиметров. Подойдет для холодильников, сервировки стола, для полочек в кухонных шкафу. Эти коврики плотно держатся на любой поверхности за счет двусторонней рифленой поверхности. А посмотрите, какие расцветки красивые. Зеленые, есть яркие, а есть такие приглушенные, бледно-серые, темно-серые. Там с зеленоватым оттенком вот эти красивые фисташковые. Светло-светло-серые или даже белые они, по-моему. Да, вот сейчас покажу поближе. Это почти прозрачно белые. Очень приятный на ощупь. Цена 55 рублей. Приехали новые подушки, сидушки 38 на 38 сантиметров. Есть две завязки. Состав полиэстер и полипропиленовое волокно. Они как на ощупь бархатные. Очень приятные.
есть светло-серые и шоколадно-коричневые. Хорошо упруго набитые подушечки. Цена 199 рублей. Коврик под посуду 40 на 25 сантиметров. Одна сторона цветная, другая однотонная. Я вам уже показывала в другом магазине. Такие коврики уже были. Очень красивые. Полиэстер и поролон. 55 рублей. Привезли контейнеры MyBox 3,3 литра с декором. Есть крышка с замками, ручка. Очень аккуратно сделано. В России, Республика Татарстан. Смотрится очень симпатично. Есть вот такой беленький, тоже с цветочками. Замки и ручка сиреневые. Цена 99 рублей. Корзина хозяйственная на 14 литров. 39 на 26 и высота 14 сантиметров. Вот светло-голубая корзинка. Стенки тонкие. Сделаны из полипропилена. Вот есть зеленого цвета. Россия, 149 рублей. Еще новый контейнер с декором для хранения на 10 литров. Крышку можно взять любого цвета. Мне никак было не достать контейнер. Цена 249 рублей. Новые кошелечки компактные, небольших размеров, такие толстенькие. Застежка в виде мордочки, ушки. Застегивается на кнопку магнит. Открывается с этой стороны и с этой. Для мелочи, купюр, карточек. Есть всякие отделения. Есть светло-бежевый кошелечек, темно-коричневый и черный. Состав полиуретан, полиэстер и сталь. Цена 199 рублей. Сюда тоже привезли вот эти щетки. Ручка и корпус из дерева. И зубчики тоже из дерева, закругленные. 149 рублей. Гель-смузи для душа, черника, киви и груши. Это витаминный коктейль для красоты и здоровья вашей кожи. Ухаживает и восстанавливает. 580 мл. Цена 77 рублей. До чего же красивые тетрадки стали привозить, не могу налюбоваться. Вот евро-тетрадь для записи 80 листов, а это сама нежность. Не налюбоваться. Все эти тетрадки, 80 страниц, белые листы плотные, сделаны тетрадки в России. Посмотрите, какой выбор огромный. Цена 99 рублей. Новый Фэри, густой гель, бергамот и имбирь. Очень нежный, такой слабый аромат имеет это средство. 800 мл, 99 рублей. Таблетки очищающие, 3 штуки для сливного бачка. Аромат ландыш. Таблетки очищают от грязи, защищают от извести и создают стойкую свежесть. Цена 55 рублей. Есть таблетки хвоя и океан. Очень приятный аромат. 55 рублей. Из Вьетнама к нам приехали консервированные ломтики манго. Не содержит ГМО. Состав: манго, вода питьевая очищенная, сахар, лимонная кислота. 420 граммов, 99 рублей. В этом магазине тоже появились маски из африканской коллекции. Есть все три вида. Кашпо, лейка, обклеенная бумагой. Не советую их брать. Также есть стеклянные бутылки и стеклянные кувшины с крышками, лимонадники, всевозможные бутылочки с трубочкой.
и кофейники, чайники. В общем, есть в этом магазине все. Стаканчики пластиковые, 330 миллилитров, красивые яркие расцветки, сделанные в России, Архимед. Цена 8 рублей 30 копеек. А это теперь мои самые любимые носочки с лисьей мордочкой. Они такие мягкие. А вот это попа. Очень уютные, приятные. Просто рекомендую. Купила себе марципановую буханку. Покрыта она шоколадом. Состав сахар, миндаль, какао тертое, сухое молоко. Вкусная, конечно, но для меня очень сладкая. Очень много сахара. Цена 77 рублей. Друзья, гуляли мы здесь во внутреннем дворике гостиного двора. Там сделали культурное такое пространство для отдыха. Ну, все только начинается, еще не все сделали. Вот есть такие гамаки-качели. Можно кофе попить. Под этим огромным зонтом есть приятная музыка. В общем, мне там понравилось. А на этом я заканчиваю. До скорой встречи и пока!